эмоционально и красноречиво описывал страдания украинского народа, я хочу сказать, да, так и есть. Да, эти страдания ужасны. И да, часть украинского народа живет в подвалах и в бомбежках 8 лет. И да, так живут в некоторых странах тоже многие долгие годы. Но вы на это всегда закрывали глаза. А они что, по-вашему, не люди? А дети Донбасса, памятник которым установлен на Аллее Ангелов в Донецке, их жизни что, ничего не стоит? Среди тех, кто кричит громче всех о нарушении, это страны ЕС, которые в нарушении своих международных обязательств и директив поставляют оружие и комбатантов на Украину. Они тут рассуждают о свободе слова. Так ведь это эти страны своим арбитражным решением закрыли все источники альтернативной информации, все российские СМИ. И именно эти страны все эти годы молчали о существовании сайта «Миротворец», украинского нацистского ресурса, на котором преследовали журналистов, и на котором после их смерти высвешивалось слово «executed». Большинство выступающих жонглировали фактами и бездоказательными обвинениями, не привели ни одного достоверного факта. Правда, как известно, это первая жертва любого конфликта. Тем, кто упоминал Бабий Яр, я рекомендую посмотреть видео израильского журналиста Рона Бен-Ишая, который снял, что все в целостности и сохранности. Тем, кто упоминал убитого журналиста «Нью-Йорк Таймс», Брент Рено, хочу сказать, что он погиб в Ирпене от рук солдат ВСУ. И выживший его коллега это подтверждает. Равно как и «Нью-Йорк Таймс» сказал, что он не их журналист. Я могу долго перечислять факты, рассказывать, кто такие гитлеровские прихвостни Бандера и Шухевич, возведенные в ранг национальных героев Украины. Призывать вас сравнить нашивки батальона «Азов» и нацистской дивизии «Дас Райх». Найти несколько отличий в лозунге «Украина по надусе» и «Deutschland überalles» и так далее. Но вы все это не будете слушать, потому что, как говорил один американский президент, «Samos may be son of a bitch, but he's our son of a bitch». Всем любителям российской словесности, у которых не нашлось сегодня ни единого слова в поддержку русской культуры и русских артистов, которые преследуются в Европе, хочу зачесть одну цитату. «Давно уже можно было предугадать, что эта бешеная ненависть, которая 30 лет с каждым годом все сильнее и сильнее разжигалась на Западе против России, сорвется же когда-нибудь с цепи. Этот миг настал. России просто-напросто предложили самоубийство, отречение от самой основы своего бытия, торжественного признания, что она не что иное в мире, как дикое и безобразное явление, как зло, требующее исправления». Федор Иванович Тютчев, 21 апреля 1854 года. Спасибо.